Кстати о птичках. Если вы заметили, смотрите. Сейчас лампа светит, как обычная лампа, как светильник. А вот здесь становится зеленым. То есть там, где по заданию требуется вызвать духа, точнее не вызвать, а послушать, о чем они говорят, он загорается зеленым светом. А там, где это не нужно, соответственно, он становится обычным. Вот. Вот он переключился. И опять переключился. Сейчас мы выйдем на улицу. И он становится обычным светильником. Это тоже установлен мод в списке, который я прилагаю под видео. Он есть. Скорее всего, в папке графика. Вот, смотрите. Видите? Он обычный светильник. А там, где по заданию, соответственно, он должен... Да, он загорелся зеленым. Вот такая мелочь. Ну, это, корица на любителя, кто, допустим, хочет не с факелом, а со светильником ходить. Это все мелочь. Но, тем не менее, это есть.